Хочу сделать небольшой обзорчик принтера Faberat Cube. Значит, выпускают его в Новосибирске. Давно слежу за их творчеством. Вот. Долго выбирал между другими принтерами, импортными, как немецкими, европейскими, ну, соответственно, и китайскими. Китайцев сразу отмел. Вот, потому что как бы мне не понравилось их, да, что их нужно постоянно там дорабатывать и так далее. То есть мне и времени не было этим заниматься, как бы, да и желания. Значит, а он поставляется с программным обеспечением Cure и Repeater Host. Все скрипты, все настройки идут в комплекте. В принципе, установка достаточно простая. Но небольшой опыт, как бы, все равно с такими машинами надо иметь. Что я хочу сказать по конструкции и по сборке. Сделано, ребята, идеально. То есть, как бы, ну, я не знаю, я не нашел к чему придраться. Единственное, что мне не понравилось, сейчас он печатает. Печатает резиной, флексом. Вот мне надо резиновую детальку сделать. Значит, вот это место можно было бы доработать. То есть, вот этот вот элемент, как бы, ну, я не знаю, чисто из эстетических, может быть, соображений, потому что все остальное вроде сделано так идеально и красивенько, и вот эти вот элементики, сейчас сфокусируется, все ровненько, все открывается, как бы, все четко, нет никаких этих, то есть, ну, прекрасно, все прям здесь тоже все. Молодцы ребята, как бы, здесь. Хорошо, очень хорошо. Вид у него очень достойный, как бы, вот, панель приборов у него вот здесь, да, с флешки, я не знаю, я не пробовал, читает ли он с флешки, не знаю, надо будет как-нибудь попробовать. Ну, что я хочу, то есть, вот, пока вот он второй день у меня, вот мы печатаем резиновую детальку, пришлось мне откалибровать стол. Вот, но здесь я думаю, что навыков печати у меня просто мало. Здесь, скорее всего, с настройками тоже мне надо будет поиграть. Не все детали получаются сразу. Но это как бы и зависит от пластика. Я поторопился и купил китайский пластик. И тоже в нем разочаровался, на самом деле. То есть дешевый и надо делать. То есть, ну, как бы вот он, вид у него. Вот, вот печатал такую детальку я самым плохим качеством. Я удивлен. То есть, как бы, я думал, все будет хуже. То есть, мне это качество плохое даже устраивает. То есть, как бы, не говоря уже о высоком. Печатает у него экструдер, нагревается до 340 градусов. Размер стола у него 200 на 200 на 245. Стол нагревается до 125 градусов. Печатает всеми видами пластика. То есть и нейлоном, поэтому я взял, мне нужно необходимо для моих прототипов делать шестеренки, как бы, и детали механизмов там небольших машин. Вот, вот тоже печатал, но, ну, здесь однозначно какая-то моя ошибка, что-то я здесь сделал неправильно, потому что я у ребят видел, как вот этот вот принтер печатает, как печатает там, конечно. Ну, как бы, вот такой бы в дальнейшем я выложу видео, как вот я напечатал. То есть просто в интернете нету вот про эту организацию, про Faberat Cube, никакой информации. Вот хотел бы я начать, может быть, скажем так, повествование и рассказ про этот принтер. Спасибо.